привет. Опять мы на утренней пробежке. Раннее утро. Сейчас не более 7 тепла. Я в длинных брюках мастерски, с длинным рукавом, зябко. Даже речные растения желтеют. Осень. Чайки поют свои песни. Уже второго бегуна вот встречаю. Видишь, спереди бежит. Уже третьего повстречал. Бегуна бегают. Двое молодых и один дядька такой уже достаточно седой. Весь. Такие недовольные, что потревожил их. Ну, конечно. Еще валяется в постели, а тут мужик бегает. Город стоит понемножку, оживает, просыпается, готовится к предстоящему дню города на выходные. Знаешь, на выходные, наверное, все готовятся, планируют, что бы это такое сделать, чтобы выходной запомнился. Как правило, не хватает времени, потому что, сидит, хоть бы хлеб, молодец, не надо меня бояться. Потому что надо все успеть самое интересное. Вот и у меня, получается, распланированы уже эти выходные и следующие. Вода, зеленая кашка сверху плавает. Так вот, продолжу. Если эти выходные у всех распланированы, вольно или невольно, потому что это будет праздник города, 2 дня всяких мероприятий навалом, то следующее пытаемся распланировать сами. Даже пытаться не надо. Мне поступила информация, на нашу марсианскую реку высадятся. Они это не те, кто ходит по городским улицам. Они это те, кого мы еще никогда не видели. И если не сорвется это мероприятие, они действительно высадятся на Марсианской реке 18 и 19 сентября 2010 года, то это будет, наверное, незабываемое зрелище. Я так жду и так хочется, чтобы у них ничего не сорвалось. Я увидел что-то невероятное. Такая интрига, я думаю, будет продолжаться недолго. Мы это увидим. Либо пробежал вместе, либо ты увидишь это в моих видеоподкастах. Кто посмотрел сегодняшнее видео, считается, ты увидел эксклюзивное приглашение на совместный пробег, на совместное путешествие куда-то в интересное место, там, где никто никогда не был и чего ты можешь не увидеть всю оставшуюся жизнь. На сегодня пока-пока. Живи ярко. До следующей встречи.